Бурмы, мейн-куны и девон-рексы. Кошек самых необычных пород собрали крымские любители животных на майскую выставку. Она прошла в Симферополе. Продолжит Татьяна Шиманаева. Эти коты не любят высоты, по шкафам и деревьям не лазают. Американские аборигенные кошки мейн-куны завоевывают сердца своим ласковым характером, несмотря на большие размеры и довольно грозный вид. Несмотря на свой огромный размер, такой суровый взгляд, это очень добрые кошки. Они кошки-компаньоны с характером собаки. То есть такое ощущение, что вот куда бы ты ни пошел, везде за тобой будет следовать хвостик, смотреть, что же вы там делаете. И везде надо поучаствовать. Не вредные, неприхотливые, да? Ласковые, хорошие. А вот девон-рексы даже своим внешним видом похожи скорее на сказочных эльфов. Эти кошки никогда не царапаются и не кусаются, боготворят людей и любят купаться. Они легко переносят стрижку когтей и визиты к ветеринарам. Думают, что я на самом деле кручу эту шерсть. То есть это естественный наряд такой у кошки. Особого ухода не нуждается. То есть завиток ложится сам, достаточно просто прогладить ручкой. А эта интересная порода была представлена всего одной кошкой. Это европейская бурма. Мою кошку зовут Циля, у нее кособль. Эта порода отличается хорошим характером и она такая ласковая, как собака. Сотню кошек самых разных пород собрали в одном зале. Домашних любимцев здесь можно было не только посмотреть, но и погладить. Не зря кошки – самые популярные животные на планете. Во многих странах каждый третий житель – владелец кошки. Татьяна Шиманаева, Сергей Козырь. Время новостей.